Всем привет! Меня зовут Регина, и сегодня я поделюсь с вами процессом создания таких вот тарелочек для украшений. Я уже дала вам слишком много спойлеров, так что давайте начнем. Нам понадобится глина. Моя глина оказалась плохой, так что эту фирму я вам точно не советую. Акриловые краски, так как они не смываются водой и быстро сохнут, ну и также у меня их достаточно много. Кисти для раскраски и покрытие лаком и сам лак. Вместо лака можно использовать ПВА-клей, но он может при прикосновении с водой просто смыться. Так что советую купить лак, он недорогой. Инспирацию я искала в Инстаграме, и для этого вы можете вбить также английские хэштеги «Pottery» или «Clay». Также нам понадобится какая-нибудь подстилка, чтобы не испачкать весь стол. Чтобы вы не мучились, как я, используйте бумагу для выпечки. Глина к ней вообще не прилипает, и ее легко убирать. Я начала доставать глину, применяя все силы, что у меня есть, как можно заметить по трясущейся камере. Я начала раскатывать глину и примерно на этом этапе поняла, что с глиной что-то не так, так как ее текстура была очень сильно морщинистой. Я училась в художественной школе 5 лет, и все эти года я раз в неделю занималась лепкой, так что, поверьте мне, глина так не должна себя вести. А позже глина еще не хотела отлипать от моей поверхности. Тогда я взяла свою палитру для красок с более глянцевой поверхностью. Очень важно, чтобы дно было одинаково толстым. Для этого раскатываем больше там, где чувствуем, что дно толще, и переносим глину в то место, где чувствуем, что дно немножко тонкое. Я забыла упомянуть, что также нам понадобится еще и вода, и нож, и разные инструменты для скульптурирования, но у меня их нету, так что я просто обошлась своими пальцами. Сглаживаю поверхность мокрыми пальцами и начинаю поддевать краешки своей тарелочки ножом. Я захотела сделать все свои тарелки волнистыми, но вариантов есть просто куча. Их можно сделать прямыми, квадратными, треугольными и так далее. В творчестве нет границ и правил. Взяв нож, кисточку и зубочистку, я начала подправлять все неровности. Их можно исправить также и после высыхания глины, например, песочной бумагой или какой-нибудь пилочкой для ногтей. Но у меня ничего из этого нету, так что я пыталась все исправить на начальной стадии. Ну и также позже краска и лак могут сделать неровности тоже почти что невидимыми. И вуаля! Я отправила тарелочку сушиться на подоконник. И затем я слепила одну точно такую же тарелочку, только уже потоньше, и за счет этого, мне кажется, она получилась немножко получше первой. Я решила пойти в магазин за новой глиной, потому что это мне совершенно не нравилось. Я подумала, что может другая глина от этой же фирмы будет лучше, но, открою вам секрет, не тут-то было. По факту это та же самая глина, только теперь мои руки еще грязнее, как и все вокруг. В моем городе ночью и днем было 10 градусов тепла, и глина при такой температуре не хотела застывать. Так что я ей немножко помогла. Надо точно дождаться, чтобы глина высохла. При покрытии краской и лаком у глины позже не будет доступа к воздуху, и внутри она точно у вас не высохнет. За счет этого сможет очень легко сломаться. Моя глина не требовала, чтобы ее выпекали, про это не было нигде информации. Но читайте этикетку именно своей глины, потому что, возможно, вашу глину надо будет выпечь. На свой очень большой риск я начала выравнивать тарелочки канцелярским ножом. Особого результата это мне не принесло, но ничего.
Свое первое изделие я решила сделать розового цвета. Я смешала краску и равномерно, достаточно тонким слоем нанесла на всю поверхность. Слой нам понадобится не один, поэтому заранее смешивайте достаточно много краски. После того, как первый слой у нас полностью высох, я нанесла второй слой и также покрасила тарелку снизу. Моей задумкой было сделать типа коровьи пятна краской потемнее и затем нарисовать что-то сверху. И идея того, что нарисовать сверху, не заставила себя ждать, потому что я просто посмотрела на свою сумку и решила, что буду рисовать сисечки. Здесь моя фантазия отправилась просто в полет. Кстати, сумка с сисечками из магазина Monki, я ее покупала год назад. Это чтобы не было лишних вопросов. Затем я завершила тарелку лаком с блестками. Такой тоже есть, но есть и обычный глянцевый. Моя следующая тарелка уже более овальной формы, и покрасила я ее в мятный цвет. Также в два слоя и также снизу. Я была без понятия, что на ней изобразить. В какой-то момент я нарисовала на ней облачка и решила добавить вишенки. Но вишенки у нас тоже не простые, а с секретиком. И их секретик — это точно так же сисечки. Основой следующей тарелки был белый цвет, поэтому я его абсолютно не жалела. Я подумала сделать шахматную доску из цвета, который у меня уже был намешан, чтобы краска никуда не терялась. В конце мою и так не особо плохую тарелку дополнил желтый смайлик. Ну и самую сладкую тарелку я оставила на самый конец. И, кстати, скетч для рисунка можно рисовать на самой глиняной тарелке. Основным цветом у меня был светло-розовый, цвет bubblegum. А свободное место посередине я решила заполнить волнистой радугой, так как июнь — это месяц прайда. Кто со мной давно, тот знает, что я просто обожаю радугу. И, кстати, совсем недавно я сама для себя открыла то, что мой любимый цвет оказывается розовый, так что эта тарелка просто идеальна для меня. И я ее точно себе оставлю.
Последний этап абсолютно не обязателен, но я приделала с помощью горячего клея моим тарелочкам ножки, чтобы они не скользили по столу. Такие вот очень практичные тарелочки у меня получились. Я всегда оставляю свои украшения где попало, так что теперь я точно буду знать, где они находятся. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось видео. На этом все, и всем пока!